Соперник шел вперед большими силами. Задача стояла зацепиться впереди и постараться выжать момент, забить гол. Очень приятно сюда было приехать, и болельщики тепло встретили. Ну, конечно, когда 2-0 ведешь к 70-й минуте, обидно упускать победу было. Вот. Мы в любом случае играли на победу, но это футбол, ничего не сделаешь. Надо разобрать ошибки, что мы не так сделали, посмотреть голы, двигаться дальше.